Мне кажется, у многих был период в жизни, который мы все проходим, когда мы чувствуем, что вот что-то меняется, и мы хотим измениться, и мы хотим как-то изменить много чего вокруг, но не знаем как. Я для себя решила, что я бы попробовала гипнотерапию. В то же время я занималась изучением осознанности, эзотерики, какого-то улучшения себя, но решила, что, наверное, я вот могу, может быть, помогать людям с гипнотерапией. Я начала искать курсы, и у меня сразу же появилась школа Никиты, что... Но была немножко сложная ситуация в семье, и я оставила это все и вернулась через пару недель. И опять же у меня была школа Никиты, хотя я просматривала потом очень много сайтов и все изучала, но вот тянуло оно меня как-то просто невероятно. И я решила, что вот даже... И стоимость была немножечко выше, чем я предполагала, но как-то по ощущениям вот были мысли, я позвоню им и уточню, потому что и по оплате уточню, и уточню, потому возможно ли заниматься как-то не онлайн, потому что я живу на другом конце мира, и у меня разница с Москвой 11 часов. Плюс у меня маленькие дети, 4 года и почти 2 года, вот, и я с ними одна. Я позвонила в школу, и мне кажется, я говорила с Еленой. Вы знаете, тепло, которое исходило из этого телефонного разговора, она вроде мне объясняет все по делу, все, что я спрашиваю, но вот мне как-то так хочется ей прямо довериться, и вот что бы она там ни говорила, вот я верю, я чувствую, что это оно, и все сложилось лучшим способом. Мне кажется, если вам надо, вас мир будет вести куда надо, в правильном направлении. Этот курс полностью, вот полностью изменил мою жизнь. Полностью, потому что я вот как бы, как многие, наверное, проживала сложный период в отношениях, в самоидентификации. И в то же время я хочу что-то делать хорошее в этом мире. И этот курс объединил в себе все. Все, что, о чем я только не просила, я и подумать не могла, что я... смогу делать то, что мы делали, смогу получать такую информацию, которая вот абсолютно полностью перевернула вот взгляд на жизнь. Потому что теперь все вещи, которые казались важными, они на самом деле не такие важные. Нам нужно концентрироваться на чем-то другом. Практиковали мы много. За практику вообще можно не переживать, потому что в группе вы как большая семья, мы все время были вместе, даже если нас разделили на несколько групп, мы все равно между собой могли общаться и поддерживать друг друга и практиковать. Вам главное находить время, а люди всегда будут, кто с вами готовы идти, потому что это все как... Это не только единомышленники, вы вот просто на одной волне, вы в одной связке, как в одной цепочке. Поэтому мы погружали, поэтому как бы практика очень хорошая, практика идеальная, и когда что-то не получается, мы все это проходим, мы это спрашиваем. Хочу отметить вот как бы... Вот эту связь, которая была между не только учениками, вот наши кураторы, те, кто вам помогают, кто нас ведут, они как родители, они как вот наставники, они просто берут нас за руку и ведут сквозь все, чтобы когда бы ни писали, утром, ночью, несмотря на разницу во времени, они всегда помогут, подскажут, они идут на помощь. Я честно, это был
Это лучшие учителя в моей жизни, наверное. Моменты я хочу также отметить, что жизнь становится совсем другой. Я смотрю на небо по-другому. Смотрю на людей по-другому. Я как-то... Появляется свет внутри, который он просто сам по себе разрастается. Курс я рекомендую пройти тем, кто вот действительно хочет сделать важный шаг для себя. Потому что, да, мы можем учиться, мы можем читать книги самостоятельно. Я знаю, у многих проблема в финансовой стороне, но оно того стоит. Потому что эти знания мы не то, что и там будем их собирать по крупицам на протяжении 15 лет, мы их вообще, скорее всего, сами не сможем собрать вот так, как это сделал Никита со своей семьей второй. Честно, все настолько четко и ясно, и без лишнего ничего. И вот это такой прыжок, это такой шаг в развитии себя, и что я вот очень-очень вот советую людям, кто сомневается, кто думает, что у вас нет времени, отложите. Если оно ваше, оно к вам придет через неделю, через месяц. Но вот я думаю, что вы почувствуете, когда оно надо, а мир уже даст вам все возможности. Поэтому всем удачи, и я никогда не буду переставать благодарить школу Никиты за все, что мы получили, и за то, что мы получили таких друзей и вот таких близких нам людей.